Всем привет! Хочу вам показать еще один простейший шаблон, который позволяет фрезеровать паз под ступеньки сразу на совмещенных двух тетивах. Вот, то есть вначале была идея именно сделать отдельные шаблоны на каждой тетиве, то есть с одной стороны в зеркальном отражении, на другой стороне фрезеровать. Но вот немножко поразмыслив, я решил совместить эти две операции и впихнуть в одну. То есть упростить и убыстрить этот процесс. То есть совмещаются две тетивы, обжимаются струбцинами, достаточно две штуки по краям или по центру где-нибудь. Ну, с перемещением, если вы где будете фрезеровать, то переносите струбцину и так далее. Вот сам шаблон выглядит тоже очень просто. Кусок ламината, ну или кусок фанеры. В моем случае ламинат вот приклеен на оргалит, так как он не хватает по ширине. То есть я обрезаю его, этот кусок смещаю, приклеил на оргалит. С обратной стороны две рейки упорные. Ну, они являются как и держателем двух половинок. Единственный момент, что вот оргалит у меня немножко с выступом, в отличие от среза ламината, который позволяет визуально прямо ровненько совместить вот с чертой, где должна ступенька быть. То есть вот так вот совмещаю с чертой срез оргалита, все. Далее. Обжимаем струбцинами. Двумя и фрезером по копировальной втулке начинаю фрезеровать паз уже нужной, как говорится, глубины. Все, сам пазик получается довольно чистый, ровненький. И что самое важное, ступенька у нас заходит плотненько. Ну, тут кияночкой надо поработать. Все, вот так вот таким образом я сейчас отфрезерую все заглубления. Ну и дальше начну собирать, промажу клеем. И вот с обратной стороны, изнутри, буду сначала две ступеньки закреплю по краям. И уже начну запихивать с какого-нибудь края, вот так вот с этой стороны, постукивая, предварительно промазав клеем все ступеньки.